Всем привет снова. Слава богу, что не опять. Все, ребята, я, короче, сделал. Все, теперь у меня будет также два Strike of Echo. Потому что здесь в этом мире присутствует, типа... Присутствует в этом мире мод на... Ну, чтоб, типа, короче, факела светились. Но он тут каким-то раком не работает, в общем. Как я видел по описанию карты, там говорилось, что, типа, если видишь Сандрину, то пытайся держаться от нее подальше. Не знаю, она будет за мной бегать? Но это, наверное, навряд ли. Так, здесь... А. О! То наш меня убьет. О, господи. Там должен быть какой-то паук мелкий. Шарф. О. Да ну вас нахер. Я вот еще здесь ничего не смотрел. Все в доключе. Так. Ух, так. Черный бог 6. О. Здесь мне уже дали. А, у меня даже регенька есть. Нифига себе. А, стоп, вот у меня есть какой-то ключ. О. Я, наверное, знаю, как с ними сражаться, со сландрейнами этими. Ну или же нет. Такс. О, нет. У меня с чувствительностью были проблемы немножечко. Так, ладно. Как это? А, это доска. Это здесь, я помню, паук должен быть. Ну или кто там... Жест мне реально страшно. Потому что я знаю, что здесь какой-то черт живет. Ну, по имени какой-то голова маленькая. Ого. А! Что за дичь? За что? Что со мной так жестоко? Твой путь проделал. Что-то... Мне не нравится эта дорога подозрительная, ё-моё. А. Я ж вниз посмотрел. А, ой. Еще один ключ. А там что? Ой. Извините. Не увидел. А я был тут? А, я был тут. Все. Получается, у меня одна дорога. Вы это... Не беспокойтесь, я вас не трону. Ну, блин. Ну, блин, не знаю, я так и знал. Регенерация. А, у меня больше бесконечно. Я высох. Я прибежал куда-то... Я прибежал туда, там, где я не был. Или я тут был. А, я, походу, здесь
Нет, не знаю. Мне кажется, я здесь сдох или что? Ой. Это. Вы можете проходить. Спасибо. Я так благодарен. Чуваш, прям не могу. А я здесь был? Что-то здесь двери открыты. Чё за черт здесь проживает? Может, потом опять бежать-то, да? Все, пора бежать. Ё-моё. Бежим. Валим. Валим, а то это... Мало ли там, ага. Куда мне? Туда. Будем валим на гелике. Ну все, изи вин. Новая сцена, вау. Сандрина также подыхает. Лошара. Ну, короче, встретимся в следующей части. Следующая часть — это там, где мы будем проходить последнюю третью карту. Ну, а кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки. А кому не понравилось, тот не гигачат. Все, всем пока. Бля. О, время дрочить. Как?